Сейчас к криминальным новостям. В Пермском крае осудили уроженца города Добрянка за гибель двух женщин. 27-летний мужчина был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, а также эксплуатации своего транспортного средства, при этом утопив двух человек. Более подробно о причинах гибели женщин расскажет Мария Лыева. Следственным комитетом Главного управления МВД России по Пермскому краю установлено. В мае этого года на причале города Добрянка осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил съезд в реку Кама. В автомобиле находились две пассажирки. Виновник ДТП успел покинуть тонувшую машину, а женщинам, к сожалению, выбраться не удалось. В ходе следственных мероприятий выяснилось, у погибших практически не было шансов на спасение. Легковушка эксплуатировалась в технически неисправном состоянии. Задние двери невозможно было открыть изнутри. В результате спецоперации при помощи техники, спасателей и транспортное средство с телами удалось извлечь со дна реки. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На время следствия он был заключен под стражу. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 лет в колонии общего режима, а также ему необходимо возместить компенсацию семьям погибших в размере более 1 миллиона рублей.